Дорогие друзья, здравствуйте! Для меня огромное счастье, очень большая честь стоять сегодня на этой сцене, поздравлять вас с праздником. Замечательная, очень ответственная и важная профессия – строитель. И быть строителем в городе Санкт-Петербурге, мне кажется, это еще большая ответственность, потому что возводить что-то новое в таком прекрасном городе, среди такого огромного количества прекраснейшей архитектуры, это еще более ответственно и, мне кажется, очень волнительно. Поэтому я вас поздравляю, я желаю, чтобы все у вас было прекрасно, чтобы ваши золотые руки оставались такими же, а самое главное, чтобы у вас дома тоже все было хорошо, потому что это же очень важно, когда у вас в семье все хорошо, тогда и на работе все замечательно. И следующая песня, не просто песня, а песня про любовь и по доброй традиции. Я знаю, что обычно, вот когда у нас проходят какие-то выступления в Санкт-Петербурге, как-то у нас получается все попеть все вместе, поэтому я предлагаю присоединиться сейчас ко мне и вместе со мной спеть песню про любовь, про сообразительную девушку, про интересного молодого человека. Все это называется «Казак». Поехали, веселимся, Питер! Казак на побывку домой. Шел он лесом дорогой прямой. Обломилась доска, подвела казака и искупался в воде ледяной. Зашел на крутой бережок, а и костер над рекою зажег. Ай, мимо девушка шла и к небу подошла. Что случилось с тобою, дружок? Oh!
еще одна песня, которую я бы хотела для вас спеть. Но меня же нужно проводить как следует вместе с этой песней, потому что впереди у вас еще огромное количество интереснейших артистов, но со мной-то надо попеть. И поэтому еще одна замечательная песня, очень веселая, максимально веселая, одна из самых прекрасных русских народных песен, поднимающих настроение как ничто другое. Песня, которая называется «Валенки с днем строителя Митя!» Старенький, ой, валенки, да валенки, ой, да не подшиты, старенький.